Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ки, и мы сегодня играем в криминалочку на серии Родина Реплей, Центральный Округ. У них здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте водить по непрестрации. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас новая серия, и сейчас я направляюсь в автосалон высокого класса, получается, и мы будем покупать очень интересную машину. Вроде бы как цена у нее 2 миллиона, если я не ошибаюсь. Возможно, больше, потому что я точно не помню. Да, я мог бы ее купить бэушную, но я решил взять ее с салона, и потом мы ее будем тюнинговать. Но сегодня мы ее затюнингуем внешне, то есть поставим диски, покрасим, а уже в следующей серии мы займемся уже полным тюнингом, то есть внутряночкой. Улучшим мотор, подвеску, поставим нитро, гидравлику, я думаю, мы ее не будем ставить. Ну и короче, вы это все увидите в следующей серии. С вас, пацаны, обязательно лайки и не забывайте подписываться на канал. Давайте, когда я уже доеду до автосалона, мы продолжим. Ну что ж, вот я и приехал к автосалону, паркую мою копеечку вот здесь, да, если что, это моя копеечка, которую я купил себе, мне она очень нравится, я ее перекрасил вот такой вот интересный цвет. Ну, в принципе, это не интересно, давайте я вам покажу, какую тачку я собрался покупать. Хотя по превью и по названию, возможно, вы уже догадались. Кстати, здесь, видите, тоже копеечка стоит. Конечно, можно было бы купить здесь какую-то дорогую машину, но я этого делать не буду. Я очень хотел эту машину, когда ее только добавили, и наконец-то я смогу ее купить. И это, пацаны, Audi RS6. Именно RS6, мне она очень нравится. Блин, господи, не 2 миллиона, 2,7, ну, в принципе, ладно. Ничего страшного, потому что машина очень даже интересная, поэтому я с радостью хочу ее купить. Все, садимся в автомобиль и, я думаю, покупаем. Все, пацаны, я думаю, покупаем, купить. Отлично просто. Я купил эту машину. Нужно будет еще и припарковать. 2,7 она стоит. Я думаю, сейчас сразу поедем и перекрасим в серый цвет. Это очень классный цвет, который идет этой машине. И поставим, скорее всего, на нее именно хаммоны черные. Ну что ж, вот я, в принципе, ее и перекрасил. Теперь она такая серенькая. Ну, конечно, не очень смотрится. Модель какая-то баганая, либо что. Какие-то вот, видите, такие вот места есть. Либо еще с этой стороны. Но это не проблема. Можно будет вообще, в принципе, заменку какую-то скачать. Другую. И поставить ее. Чтобы она была более качественная. Тем более, ну, как бы это R6. И можно просто модельку поставить другую. Тоже R6, только более качественный. Ну что ж, вот я нашел уже хаммоны. Кстати, винилы на Audi нельзя почему заставить, к сожалению. Ну ладно, в принципе, это нам не интересно. Покупаем диск, они стоят, получается, 100 тысяч. Все, я их купил. Так, теперь давайте нажимаем отмена. Выезжаем и посмотрим, как она теперь выглядит. Так, чувак на Мерседесе немножко меня придавил. Ну ладно, в принципе, бывает. Ну, колеса, конечно, маловаты. Немножко маловаты, но в целом выглядит неплохо. Если еще на нее гидравлику поставить, то она будет еще ниже и будет еще лучше смотреться. Но так хаммоны, я думаю, неплохо смотрятся. Да и, в принципе, стандартные колеса небольшие. Эти чуть-чуть меньше, но, в принципе, ладно, ничего страшного. Давайте поедем ее припаркуем, и я вам расскажу про нее дальнейшие планы. Все, пацаны, я уже приехал в гараж, припарковал ее, немножко покоцал, но ничего страшного, в принципе, я перезайду и все будет нормально. В чем косяки-то модельки? Во-первых, колеса не очень большие, если бы они были прям большие, во всю арку было бы намного круче. Во-вторых, сама моделька просто, именно не моделька RS-ки, а сама моделька машины стандартной, она очень шатается, ну знаете, типа, как Савана там или какие-то тачки шатаются, ну короче, вы поняли. Она шатается. Я попробую поставить другую модельку, возможно, это пропадет, но так тачка мне очень нравится. В следующей серии, пацаны, будет полный тюнинг этой машины. Поэтому, пацаны, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Кстати, на стоке очень классно валит бачком, но это мы потом когда-то посмотрим. Все, пацаны, всем пока-пока.